Здорово, домкраты! С вами Алексей Семилетов. Сегодня мы с вами разберем рывковую протяжку в сет. Если вы еще не подписаны на мой канал, то рекомендую вам сделать это прямо сейчас, чтобы не пропустить новое обучающее видео. Данное упражнение используется исключительно в целях разминки и настройки определенного движения, а именно сопровождения штанги вдоль тела за счет сгибания локтей и направления их вверх. Таким образом, снаряд пролетает вдоль атлета вверх, а не по дуге. Плюс, так как это протяжка, то тут нельзя разбрасывать ноги, и, соответственно, невозможно отпустить штангу далеко от себя и прыгнуть за ней вперед, как, например, в рывке. Следовательно, атлет приучается оставаться на месте без горизонтальных отклонений. Разберем технику. Примите привычный для себя рывковый старт, при этом поставив ноги чуть шире, так как вы бы их разбросили в уходе. Начните съем. Причем разгон начинайте сразу после отрыва от помоста, чтобы максимальная скорость снаряда была уже у колен. Пройдя колени, одновременно совершите следующие движения. Направьте снаряд руками вверх вдоль тела и согните ноги в сет. Иными словами, совершите уход под штангу, не разбрасывая ног и не совершая отрыва ступней от помоста. Зафиксируйте штангу над головой и встаньте из седа. Данное упражнение я рекомендую выполнять в начале тренировки перед основным рывковым упражнением. По 3-5 повторов в 3-4 рабочих подходах с весами от 50 до 60% от вашего максимального рывка. Благодарю вас за внимание, друзья. Всем желаю здоровья, удачи и новых рекордов.